Дорога на выдры. Всем здрасте. Меня вообще как бы попросили сделать кадры. Ну, не то, что вы попросили в таком приказном тоне. Ну, я даже не представляю, что конкретно тут хотели, потому что я этого не вижу. Но вчера я разбирала коробки под какой-то видос с Аленой с Украины. Та, что мне присылала как-то японскую посылку. И у нее услышала видео про какую-то камеру. Я так поняла, что это камера, когда вот едешь или идешь, и она где-то крепится и снимаешь. Я вот подумала сейчас, что вот если я еду на велике, может завестись подобной камерой, почитать про это все. Ну и когда вот буду, допустим, сюда ехать, потому что, в принципе, виды тут красивые, специально съезжать, останавливаться и фоткать, но не всегда с руки. В общем, маленький такой короткий видос. Вы мне там это вякните в камень-то, что вы на этот счет думаете. Не знаю, смогу ли я потом еще где что заснять. Ну вот вам только такой маленький видос. Вид, точнее, этого видоса. Видос, точнее, даже так. Вид на этом видосе с облачками. Тут этот грехов ручей, птички, надеюсь, слышно, что поют. Ну и всем пока, наверное. Ой, я случайно пишу. Я думала, что я фоткаю. Тогда сделаю такой обзор. Вы тут где-нибудь видите остров? Я вот не вижу. Может, он тут лет 20 назад был?